Маус, давай выходи. Маус. Блин, выходи. Не твое. Да. Нет, это капец. Это не. Вы кот, выходи отсюда, это не твоя квартира. Всех с наступившим Новым годом. А у нас работа не прекращается. Все отдыхают. Сегодня дезинфицируем переноски. Клетки. Вот эта половинка. Это половинка всего переноски для животного, которое меньше в два раза вот этой кошки. Черная кошка. Черная кошка. Маус решился. Мы вот с этой стороны отмываем вас. А Манчкин, пушистый помощник, пытается здесь лапами отмывать. Пушистый помощник. Цветочек. Он даже для тебя вот эта половинка. Это всего половинка. То есть это в два раза будет. Больше она. Ну там вон накрывашка сверху. Мы занимаемся уборкой. И кошки нам активно помогают. Аккуратно лапой не прижми. Вот такая одна половинка соединяется с верхней половинкой. Кошка, может, ты выйдешь оттуда? Это для животного, которое меньше, чем вот эта кошка Манчкин. Но даже кошки, это слишком большой дом. Они любят вот... Ну, куда ты валилась? Ты что, выгонять собралась? Она Мауса еще не пускает, смотри. Что это такое? Маус. Не, вы тут жить точно не будете. Ну, вылазь! Вылазь! Они любят поменьше домики, вот в таких вот маленьких спать. Но тут это, скажи, слишком большая. Это не ваш дом. В этом домике они тусоваться. В этом домике тусоваться не. Ну. Цветок. Маус, выходи, а. Ну, куда вы улеглись-то оба? Куда вы улеглись оба? Кошки. Маус. Кошатинка. Маус, вылазь. Мы сейчас Малибуш сюда пересадим. Она тут спать будет. Это не для беготни, не для игры. Такой лапой задней бабах и отстань от меня. Она уже во весь рост встает, она до потолка не достает. Ну, выходим, кошки. Кошки! Не, смотри, вывалились. Это вообще не ваше. У вас другой дом есть, и вольер свой есть. Отжали чужую квартиру, называется. Чужую квартиру отжали. Вообще увалился. Цветок. Кошка. Ма. Двенадцать с половиной сантиметров. В холке, да, 12,5. Ну? Парочка сладкая. Черная кошка. Черная кошка, белый кот. Что, тебе понравился этот домик? Это слишком большой для вас домик. У вас вольер в два раза больше. Домик меньше должен быть. Насколько вот они одного возраста, насколько Манчкин меньше, чем вот британец, смотрите.
Разборки семейные. Квартирные разборки. Ну что вы увалились? Ты такой, ходи давай. У нас замерз водопровод в душе. И мы поставили вот такой большой таз, чтобы помыться перед Новым годом. Вот, смотрите, на помывку, кто приготовился. Цветочек. Только не в воду. Цветочек. Ее причем не видно, да. Она черная сама. Да еще в черном большом тазу. Вот, пожалуйста. Ну, наконец-то. Смотри, вон. Мы помылись. Вылизывайся давай. Да, давай. Маркиз в шоке, цветочек в шоке. Цветочек в шоке, маркиз. Маркиз в шоке, да. Маркиз, никто на тебя. Тут мокро. Таз мокрый был. А уже, по-моему, сейчас Леха будет мыться. Попа мокрая, попу помыли, самое главное. Воду тигра готовы.